Зачем? Зачем? Например, зачем пришел? Или зачем пришел? В чем же разница? Русский с носителем на Патреоне. Что будет на этой странице? На Патреоне мы с вами продолжим изучение русского языка. Подписавшись на мою страницу на сайте, вы найдете много интересного. PDF к каждому видео, ссылки на интересные сайты, статьи, аудио, записи песен с субтитрами, учебники для взрослых и для детей, прописи, ссылки на сайты для изучения русского с нуля и для продвинутого уровня, интерактивные задания и многое другое. Вы получите быстрые ответы на ваши вопросы, так, как вам удобнее, или на Патреоне, в личном сообщении на вашу электронную почту или на платформе YouTube. Ссылку на Patreon вы найдете в описании под каждым видео. Зачем означает с какой целью, по какой причине, почему? То есть вопрос «Зачем пришел?» можно перефразировать так. С какой целью ты сюда пришел? Почему ты здесь? Зачем? Чем? Это форма творительного падежа от местоимения «что» употребляется для формирования вопроса, с помощью которого говорящий хочет получить информацию о предмете, вещи. То есть вопрос «Зачем пришел?» означает «За какой вещью ты сюда пришел?» Какой предмет тебе нужен? Зачем ты это купила? Это значит, какая причина твоей покупки? Зачем ты пошел в магазин? Это значит, что ты будешь покупать? Какие продукты, вещи и так далее? Зачем вам учить русский? Зачем тебе работа? Зачем стоит дерево? Дерево стоит за забором. Зачем пришел клиент? Клиент пришел за письмом. Пока все. Всем спасибо. Задавайте ваши вопросы на моей странице Patreon. Ссылку на страницу вы найдете под каждым видео.